Здравствуйте, друзья! Обязательно, непременно здравствуйте! Сегодня у нас коротенький репортаж из прекрасного места на берегу не менее прекрасного Балтийского моря. Место называется «Кафе-терраса». Ну, это обычное название. У нее есть еще много других, принятых тут среди наших местных. Мы называем это место «Терраса». Здесь хорошо. И вчера произошло открытие нового сезона в этом кафе. Надеюсь, здесь будет так же, как было в предыдущие сезоны. Во всяком случае, вот нам принесли чего-то поесть. Уверен, что это будет съедобно, что наши друзья, работающие в этом кафе, нас не подведут. А мы не подведем их и будем сюда периодически приходить, захаживать, появляться, ну, в общем, отмечаться. А сегодня, в этот, наконец-то, теплый день, в конце мая, вам большой-большой привет отсюда, пожелание здравствия, благополучия во всех ваших делах. И до новых встреч в наших прекрасных латвийских местечках. Счастливо!